Привет, ребята и девчата, и гости моего канала. По-быстрому сейчас расскажу, как я варю кабачковый суп. Наснимала вчера помидоров. Вот уже поспели. Вот такой у меня сорт кабачков много. И огурцов. Так, что я делаю? Здесь у меня обжаренные кабачки, картофель, морковь, лук, приправы и сладкий перчик. Все это в блендере взбивается. Дальше берется 4 сливочных сырка. И распускаются в кипятке. Можно сделать куриный бульон, можно вообще без бульона. И для этого супчика приготовила сухарики. Сухарики подсолнечным маслом с приправами и чесночком. Соединила протертые кабачки, обжаренные, картофель, с сырным бульончиком. Дать прокипеть. Лавровый лист не добавляю, потому что он перебьет весь вкус. Можно добавить немножко зелени. Ну, думаю, петрушку не надо, а вот укропчика я бы добавила. Кабачки у меня в семье не едят, а кушать их надо. И вот так я их обманываю. Получился не супчик, а песня. Ой, как вкусно. Рецептик в описании.